Итак, я возвращаюсь к игре Assassin's Creed 3. С вами Артур Триман. Всем привет. Угу. И... Здорово, чувак, что-то у меня мушкета поставил и сквозь текстуру... Не, ну... Это... Да что? Мне нужен Израиль Патнем. Кто вас послал? Сэмюэль Адамс. За мной! Сто часов пьянки. И за мной. И за мной. И за мной. Давай, 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 давай. Это не Банкер Хилл. Да, это Брикс. Тут были разногласия насчет того, где стоять. Что слышно из Бостона? Тори притихли. А когда пытаемся наступать, теряем людей. Патнем и прочие хотят расставить артиллерию на холмах. Хороший шрапнель может заставить Томми передумать. А что Джон Питкерн? Этот негодяй хитрющие лица. Он наезжает иногда, постреливает из пушек, дразнит нас. Ну ладно, он свое получит и скоро. Скоро. Да. Давай! Почему так быстро, а я не могу так? Быстрее, быстрее, быстрее! У-ху! Давай! Мы приехали. Мне плевать на ваши отговорки, господа. Нам следовало встать на Банкер Хилле. Бриз ближе к городу, но и ближе к их чертовой артиллерии. Полюбуйся! Генерал Патнем? Что? Я ищу Джона Питкера. Мне сказали, вы можете мне помочь. Он засел в городе и носа наружу не кажет. Пока этот корабль продолжит обстрел, нам его не выманить. Но если прекратить обстрел? Тогда бедняга Джонни будет вынужден покинуть Нару. Я подам сигнал, когда все сделаю. А я скажу речь на ваших похоронах. Хорошо, поспорим. Это все было из сраного видео, из моей заставки, из трейлера, короче. Вот сейчас вот этот момент был. На-н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 а. Что ж нам делать-то? Господи, господи, что же творится? Убиваем всех, и погоня на нас. И ничего такого сложного в этом нет. Бежим, бежим. Улыбаемся, не спешим. Рандомные слова я говорю. Assassin's Creed 3. Я играю. Рандом. Полный рандом. Полный рандом. 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 Полный рандом. Полный рандом. Рандом. Полный рандом. Уничтожьте корабли и держите пузыри и еще там что-то там все заткнулись. Это ж вам не кирпичи срать.
Не получилось по стелсу. Теперь хардкор! А, давай! Чё на меня, мужики? Вы чё, охренели что ли, а? Ой, бараны, стая, волков сраных. Поехали. Три, два, один! Взорвался корабль прямо на глазах. Ничего такого. Он исчез, чувак. А, нет, не исчез. Ну что ж, ребят, британцы, вы охренели? И что это такое? Я даже не знаю, что это страна даже. Ну что ж, давайте, чуваки, англичане. А, нет, ты англичанин. Ну что ж, чувак, ты доберешься или как, чувак? Я тебя жду. Ты иди на словах. Посранец. Ну что ж, чуваки, опять полный рандом. Мы идем, идем. Мы идем. Я убил чувака. Да я крут, блин. Убил другого. Нет. Ох, ты чувака убил. А, черт. Он меня забил, я его устроил другого. За что ты меня так? Вот, наверное, такое впечатление у этих придурков. Ну что ты, ну какое дерьмо управление. Да куда? Я не просил его лезть. Кто пройдет быстрее? Я доплыву или он взорвется? За 80 секунд это нельзя сделать. 5, 4, 3, 2, 1. Ну что ж, ребятушки, мы миссию прошли. А теперь на верхушку сидеть и хренью страдать. Блин, а я не знал, я забыл. Поменяем флаг. Мы сейчас, что ли? Поменяем флаг. Поменяем флаг. У этих кораблей. Нахрена это делать? Непонятно и неведомо мне. Нахрена, нахрена? Один вопрос. Какого хрена? Щита мазафака, бич. Блин, я пою несвязную речь. Но за что я это делаю? Почему? Я певец ведь. Певец. Что я вообще несу, чуваки? Мне просто... Ой, слава богу. Просто захотелось немножко познавать летсплей, петь в объявлениях, писать рандомные песни. Американцы рулят. Вашингтон сосет. А, не на двех, на... Круто! Это прыжок веры, вот настоящий. Прыгнул прямо оттуда, я бы обосрался. Если честно, я бы не прыгнул. Я один. Да кто бы вообще прыгнул, а? Миссия выполнена. Неполная синхронизация. Слава богу, не пришлось плыть. Но! Вы слышите, голос это 18-летнего, что ли, Конора. Чуваки, что это залагало, а? У меня вроде все окей бывает, наверное. Не боюсь.
И вы не бойтесь. Да, их больше, но им не хватает веры и решимости. Но не нам. У нас дисциплина, порядок, а главное, жажда победы. Мы верим. Так что будьте бдительны, берегите пули. Цельтесь лучше, да. О, присели гопота. Гопота! Братва! Мы должны победить этот бой. Черт ее дери. Получим. Отличная речь. Боюсь, сплошное вранье. Но пока что мы держимся на нем. Чё? Что, Питкин? Как я и думал, он покинул Бостон и встал на Молотом Хилле. Да ладно! Смотрите, что творится внизу. Чё? Попробуйте. Графон! Обойти. Ждите, мы проведем их. Четко! Время. Четко выглядит все. Четко. Нет времени. Придется пробовать напрямую. Чего? Вы опять предлагаете невозможное. Не вижу вариантов. Это потому, сынок, что ты совсем спятил. Да, вот этот мужик. Я вернусь за вашими извинениями. Вот этот мужик, вот точно, это как Вашингтон сосет по сравнению с ним. Именно ему нужно быть капитаном или кого-то. Сейчас я сейчас сделаю то, что делали, наверное, многие. Но я постараюсь сделать как тренер. Так, ладно, вначале мы... Черт! Но вначале я должен стоять, чтобы меня никто не тронул. Поехали! Так, сейчас подлечим оружие. На, побой, тут чё же, о, смотрите, чё я умею. Давай. Ложись! Так, пофиг, хрен с ним. Ложись! Хоть это затянется, но я хочу это сделать. Я жажду это сделать. Черт, блин, я боюсь. Тем более, если всех, точнее, ни одного, тем более, нельзя убить. Укрытие! Черт, нет. 3, 2, 1. Ну, давай. О май гад, у меня не получилось. Что за хрень такая? Бля. Ну, видимо, не получилось. Давайте снова. Но я не буду на этот раз эту хрень проводить, потому что это ни к чему мне. Это не поможет, это не сделается. Это... Не получится. Хорошо. Ребят, это Assassin's Creed. Кстати, я песню придумал про Assassin's Creed. Это Assassin's Creed. Игра для бедных, но... За что? Еще раз. Без всяких сейчас меня никто не тронет. На секунду. А, чёрт. Пригнись! Стреляю! Стреляют! Ну, невозможно это сделать. Я с первого раза никогда не проходил.
не прохожу и не буду, наверное, проходить, потому что это последний раз, когда я, наверное, буду проходить эту сраную игру, потому что мне она не нравится. Одна из худших игр серии, Liberation даже по сравнению с этим, курит в сторонке. Да, все, все, меня теперь больше не тронут. С нулевыми жизнями. А здоровье-то не регенится, прошу вас заметить. Так что мы попробуем это сделать. Чё? Он респавнился? Как? Да пошли его в жопу. О! О, вы это видели? У меня вроде такая жизнь увеличивается. Так. Да, нам. Вот сюда надо идти. Наверное. Блин, у меня ни выстрелов, ни хрена нет. Так, меня никто не видит? Меня никто не видит. Все, поехали. Так. Так, где? Черт возьми, как мне тебя убить, подонок? Так, хорошо бы было, если бы у меня были стрелы и пули, но этого нет. А, я понял как. Блин, давай! Не, за что? За что мне все это, чуваки, блин? Так, все, бежим отсюда, бежим. Ух ты! А, блин, туда нельзя. Так, давай-ка. Бьем их всех, пока Питкер не увидел. Чёрт! Чё, совсем охренели, что ли? Посмотрим, чем он там занимается. Давайте посмотрим.
получше. Нет! Ты подонок, я убью тебя, я убью! Да! Чё, Джонни? Чё, Джонни? Джонни! Давай! Чё ты такое умеешь своим это как бить? Стрелять точнее. Ну, Джонни! Давай! Так, я знаю, как его убить. Давай. Ну, черт, а, вот, все, окей, сейчас плохо знаю. Блин, главный герой отступает почему-то, я даже не делаю этого. Давай, все, давай, давай! Убивай! Да что ты стоишь-то? Вот, вот наконец-то, да! Да, круто, все. Молодец. Наконец-то его убил. Как? Зачем вам это? Чтобы спасти Адамса, Хэнкока и их людей. Вы хотели убить их. Убить? Вы с ума сошли? Я хотел переговоров. Нужно столько обсудить. Объяснить. Но теперь все кончено. Если вы не лжете, я передам им ваши слова. Пусть сложат оружие. Нужно прекратить войну. Почему они, а не британцы? Думаете, мы не просили британцев о том же? На все нужно время. И все бы удалось, если бы я сыграл свою роль. Роль кукловода. Лучше нам дергать за нити, чем им. Нет, нити надо оборвать. И всех освободить. Да. И всех поселить в воздушных замках. Ты убиваешь как мужчина. Но говоришь как дитя. Сколько еще умрет из-за тебя? Лучше верить в то, что чем они, что, что вообще, чего? Лучше верить в то, что, что они, что? Блин, я может неправильно прочитал. Лучше помогите сворачивать лагерь! Чтоб я больше этого не видел! Черт побери! Генерал Паттнэм! Вы живы? Чего не скажешь о Питкерне? Что ж, поздравляю! Но это уже не важно. Я дал приказ отступать. Потери слишком велики, и ради чего? Если Тори так нужен этот холм, пусть подавится. Вот что самое важное. Сейчас это не важно. Ну что еще? Не может быть! Они хотят убить Вашингтона! Ух ты, нифига себе! Вашингтона! Неужели? Мои враги упорны. Деньги не помогли, они применили силу. Но я убил Джонсона и Питкерна, сорвав их планы.
Джордж Вашингтон возглавил и объединил колонистов на пути к свободе. Теперь тамплиеры хотят его смерти. Хотят превратить этот край в мрачный оплот порядка, нечто бездушное. А он им мешает. Я должен спасти его, чтобы его дело и мой народ продолжали жить. Но чем дальше, тем больше шансов, что меня обнаружат. Тамплиеры думают, их людей убили мятежники. Для них ассасины мертвы или в бегах и не представляют угрозы. Но боюсь, очень скоро они узнают правду и раскроют меня. Надо быть осторожнее. 76-й год. Как охота, Конор? Неплохо, но боюсь, этого мало. Ты там, где нужнее всего. Отправься ты за Чарльзом Ли или отцом. И что стало бы с Полом Ривером, с солдатами в Лексингтоне? Солдатами? В тех городах не было солдат. Лишь люди, которых вынудили защищаться. А с тобой иначе? Ты не защищаешь свой народ? У вас с колонистами общий враг. Помощь одним, помощь и другим. Приятно слышать от того, кто считал мою войну глупой. Я и теперь так считаю. Но это не мешает мне гордиться твоими успехами. А тебе-то с чего гордиться? И правда. Верни-ка мне балахон, и клинки, и дротики, и годы тренировок, и знаний, которые я в тебя вложил. Тогда посмотрим, кто имеет право гордиться. Просто согласись, что был неправ. Мальчик мой, ты убил двоих, и один был торговцем, а не воином. Этого маловато, чтобы меня впечатлить. Да ну, старик. Может, нам выйти наружу? Я с радостью покажу, как легко могу... Конор, это Бенджамин Толмидж. Его отец был одним из нас, можно не таиться. Кажется, у него есть что тебе сказать. Ахиллес сказал, вы раскрыли заговор. Убить главнокомандующего. Да, но у меня нет никаких улик и зацепок. Уже есть, друг мой. Вам нужен Томас Хики, и я помогу его схватить. Как? Объясню по дороге. Мы отправляемся в Нью-Йорк. Конечно, конечно, но мы отправимся в Нью-Йорк в следующем эпизоде видеопрохождения игры Assassin's Creed 3. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте пальцы вверх, если вам понравилось это видео. Если же не понравилось, то идите смотрите телевизор. Что еще смотреть можно? Дом 2. Всем пока.